Ре, весь этерс ир те. В продолжение темы жители приграничных районов на востоке Латвии по-прежнему лучше видят российское телевидение, чем латвийское. Проблема старая и по-прежнему не решена. От Вилики до ближайшей российской телевизионной башни неполных 20 километров. Ее сигнал намного сильнее латвийского. Крыши домов приграничных городков усеяны спутниковыми тарелками и антеннами, которые повернуты в сторону России. В Пскове за 19 евро можно купить декодер и затем смотреть 10 бесплатных российских каналов. Житель Рекова Алдес говорит, таких как он здесь много. Мне нравится ТВ-5 Петербург. Там хорошие российские фильмы. Иностранные боевики уже надоели. Плюс я скажу, что 70% смотрят. И когда в феврале подняли цену на латвийский пакет программ, то еще человек 5 выразили интерес купить российские декодеры. Представители самоуправления создавшуюся ситуацию не считают проблемой. Говорят, человек сам выбирает, что смотреть, и это нельзя запретить. Жители экономят каждый цент, и им проще один раз заплатить за декодер. Это нужно было бы решать на государственном уровне, или передатчики поставить, или сигнал усилить. Но каждый выбирает сам, что смотреть, и это бесплатно. Почему живущим у границы не использовать эту возможность?